Привет, друзья, это проект «Русская Америка», меня зовут Юрий Моша. Складывается впечатление, что Мельников раздает своим зрителям какие-то сигналы через YouTube, которые действуют как наркотики, потому что всех так интересует его судьба, и любое видео, касающееся Мельникова, набирает огромное количество просмотров. Не знаю, в чем загадка господина Мельникова. Ладно, отвечаю на комментарий, который только что я получил под своим видео о том, что мы возобновляем суд над Мельниковым. Вот человек с именем невыговоримым. Ну, это ник, я так понимаю. А что вы можете сказать по поводу вашего видео относительно того, что Мельников кинул человека на 6 тысяч долларов? И как он вообще ответил? А я не знаю, как он ответил. Может быть, зрители Мельникова лучше знают, ответил он вообще или нет. Вот это видео, его переслал мне человек, которого Мельников обманул на, ну, я уже и сумму не помню, ну да, что-то там в районе 6 тысяч долларов. Он заказывал у него ножи, и потом эти ножи Мельников не отдал, а за эти деньги он там съездил в Диснейленд. Но, значит, дальше что происходило дальше? Я, Андрей этого человека зовут, предложил ему воспользоваться услугами адвоката, с которым я работаю. Андрей сказал, что да, он согласен, ну, чтобы адвокат подал в суд от имени Андрея здесь на территории США и изъял как бы у Мельникова эти деньги. Хотя не знаю, возможно ли их вообще уже забрать у него. И потому что у него это ничего нет у Мельникова, это уже доказано. И как бы потом они даже заключили предварительный договор, но по каким-то причинам Андрей сказал, что он найдет другого адвоката, более дешевого. После этого я связь с Андреем потерял. Ну, не знаю, могу написать ему письмо, что там, как произошло. Может быть, он захочет еще один ролик сделать, как судится он там, не судится с Мельником. Может быть, Мельников вернул ему эти деньги. Я не знаю судьбу, потому что ролик снимался уже довольно давно. Напишу ему письмо, выясню. Ответит, ответит. Если ответит и согласится снять еще одно видео, я его с удовольствием выложу у себя на канале.